Это бэтл, а не батл. Батл то, на что ты сел. Новый русский рэп дырявый, хоть жопы заштопай. Всем время напомнить пиздюкам, из чего они семя вышли до моего появления. Хип-хоп был серой мышью, ваши кумиры же маннее, чем редкий Николай. Мне неловко даже слушать таких редких бедолаг. Увидимся на вершине, я в долгий путь за победой. Я легенда, спроси обо мне ёбаных батловедов. Отзывайте свои треки, вам тут нехера ловить. Половина пидорасы, хоть и гетера на вид. Для героев жанра я биологический отец. Тут это фактор, что не надо истерических протестов. Теперь это за второе место битвы для всех. Я тебе нахуй подпишу в инете Steam обобсел. Как и 15 лет назад я нагну любого MC. По-прежнему номер первый, по-прежнему полон сил. Спасет не ветер перемен вас, а тайфун революции. Бьетесь за идею, но увы фарфоровым блюдцем. Весь ваш протест куцый, вокруг не те трутся. В интернете пиздеть, вот и весь ваш предел функций. Полноценный геноцид демократических идей. РПЦ благословляет демонический пиздец. Больше храмов, меньше школ, тех, кто против и мешком. Русский дух еще силен, но запах родины с душком. Думай башкой, вас планомерно отупляет с экранов. Забавно, стратегия Далеса наглядно сыграла. Какие скрепы, это склеп, тут медвечиной разит. Всеобщего тщедушия здесь неизлечим паразит. Поразительно, насколько это стадо ведомо. Хороший вкус на фоне дебилизма стал моветоном. Ваши судьбы играют в бадминтон. Кучка габарей, уже октябрь. Давно не было пуча на дворе. Черный снег под ногами и успех моногамен. Ты сегодня ярче всех, завтра твой свет проморгали. Это ветер перемены, мой рейтинг тому пример. Ты можешь сопротивляться, но я этот порву ивент. Очередь по толпе, рэперы падают навзничь. Ты зря надеешься третьего раунда достичь. Да, это Steam, бич, я за короной вернулся. И не оставлю ничего от этой ебаной тусы. И бам, я снова иду по головам. На форуме ВКонтакте и в Ютубе холивар. Это мой джихад, ты хотел больше хайпа, окей. Я тебе набью на роже трайбл, залетаю на биты. Вызывайте понятых, я выйду из этой бани кровавой. Только не ты, помню сколько БПМ я и башу на БМП. В твоем даблтайме не разобраться, не бэнимэ. Этот момент настал, я снова здесь, раз так. За мной не угнаться, так что лучше слезть с хвоста. Я породил вас, убью, это Black Star. Парадигма не богатеньким бревном. Опять стал Буратино, вы всем не аперитив. Я вхожу во вкус, так скоро свой длинный рэп. Всем вожу вам в уста, меня дись, не дись. Вот твой трон, садись, на нем явно уж не пики, прости господи. Раунд. Всем привет! Сегодня мы будем делать лапшу без давления рапса. Нам понадобится щепотка скриптонита, две чайные ложки таймира и где-то полстакана тифеста. Заливаем все-таки кипятком и ждем. Мы это сделаем нескольких минут. Всем привет, я Рапсат, вот кумыс и самса. Разрешите мне по теме чуть-чуть высказаться. Пальто, шляпу надел, как Ти-Фест, молодец. И на кастинг пошел, успех близко, пацан. Слуха нет, не беда, автотюн ты видал. Я теперь умею петь, тебе тим, тебе дам. Сука, все, я звезда, дело нескольких минут. Ну ровно столько же мой трек будет звучать и там, и тут. Что же делать теперь? Шоу дали под зад. Права на песню отняли в подъезде, но честь удалось спасать. Может двинуть на бэтл? Что ты скажешь на это? Я теперь Battle MC крутой, ко мне не ногой на метр. Но станцую ногой за монету, конечно, шоу-бизнес, братан. Был продавцом в магазине Black Star, пока кто-то меня не продал. Я MC, хоть куда, хоть туда и больно. Спиздил целый ворох стилей, но ни вор не пойман. Третий раунд, душу мать, придется сейчас выживать. Кто подсунул Сима в пару, вот ебучий случай, блять. Пойду кушать свой бич-бармак, в рэпе больше мне шансов нет, ладно. Всем салам, всем рахмет. Дело нескольких минут, как два пальца обраться. Стать героем в рамках этого бэтла. Выяснять, кто же из нас с тобою больше попса. Бесполезно, как Рапсат против метра. Дело нескольких минут, как два пальца обраться. Стать героем в рамках этого бэтла. Выяснять, кто же из нас с тобою больше попса. Бесполезно, как Рапсат против ветра. Меня вздумал Бэтли, бывший продавец Black Star. Но все, что светит казахскому брату, здесь медсестра. Окей, где тут картонка? Я хочу примерить джинсы. Ты скопировал стиль и столько, что своих примет лишился. Это я песни на ТНТ, хоть и не был на том шоу. У тебя сашими еще мал крашить батон шоп. Сильно не грусти, что так быстро сошел с дистанции. У тебя еще будет шанс. Поздравляю, ты в танце. Нет нужды убеждать, судьи, я скорость превысил, что штраф будет? Ты серьезно думал, что я тебе по зубам? Да хуй ты там, мечтай, бруди. Вас пруд пруди, таких хер отличишь. Тебе светит капуста, только если кимчи. Ноль причин тебе сдавать свой высер. Съебок с арены без овации. Изи, эй, коничева. 2005-й как будто вчера. Я разъебу это сборище клоуна. Скрывать не надо, ты чуточку рад. Рапсан в глаза, вам божья роса. Душевно поешь, как гошек бросаешь. Что ж, бонзай, я тебя насыплю в шляпу. Сейчас после не будет такой же борза. Давай, казах, покажи кунг-фу. В Москву приехал зэ пассажиром фури. Очень странно, что не стал звездой. Там на телевизоре меньшинство рулят, бой. Ну-ка, напой что-то там про Дон Кихота, по-моему. Ой, завали-ка нахуй, автотюн не спасает весь этот дело. Нескольких минут, как два пальца обраться. Стать героем в рамках этого бэтла. Выяснять, кто же из нас с тобою больше попса. Бесполезно, как Рапсат против ветра. Дело нескольких минут, как два пальца обраться. Стать героем в рамках этого бэтла. Выяснять, кто
же из нас с тобою больше попса? Бесполезно, как рапсат против ветра. А ну вот, собственно, и все, рапсат готов. Приятного аппетита, ублюдки, мать ваша. 2020 год. На форуме хип-хоп.ру идет ожесточенная борьба за выживание. Среди бойцов 17-го независимого все чаще и чаще объявляются участники шоу «Песни на ТНТ». Но когда их стало слишком много, русский рэп прислал из будущего его. Вечер, Москва, я из ниоткуда упал голышом на окраине. Участники бэтла, почуяв неладное, сразу же жопы задраили. Но спокойно, я не редкий Коля, мне мужские жопы не интересны. Я здесь для того, чтобы отыскать и выпилить этого ананаса и шоу-песни. Мне бы мотоцикл найти и одежду, но вокруг одни фрешмены в петушиных шмотках. Они все стоят и курят жирный член потешно, а я вижу через сканеры их шик дешевка. Забираю мобильный, бедолаги потлатого, что напоминает с виду домовенка. Кузю его имя Джизус, но я атеист и разряжаю в долбоеба притаенный УЗИ. Окей, Google, русский рэп, первая ссылка. Сайт The Flow, ну постойте-ка, где тут хип-хоп вообще? Им за эти бы статейки нас ставь его. Окси твитнул, Окси тверкнул, Окси почесал у себя за ухом. Ёб вашу мать, журналисты херовы, у вас отлетела и впрямь кукуха. Тут ни слова о Джимаре, видимо он не рэпер, но где тогда найти этого горе-артиста? Останкина, конечно, рассадник бездарей. Где еще всем этим харькам плодиться? Спускаясь в метро, палю на каждого коса. У всего вагона теперь мокрые кросы. Какой-то мудак слушал песню про любимку, я ему суициднуться найти помог способ. Я иду за тобой, ананас, я тебе состригу коколок. Я таких, как ты, бэтл не раз, ведь таких, как ты, тут поволок. Я иду за тобой, ананас, побежал холодок по спине. Я таких, как ты, бэтл не раз, мой бэтл гораздо сильнее. Добро пожаловать на шоу отбивания. Это твой финал, ты тут вылетел заранее. Это твоя лебединая песня. Весь шоу-бизнес закончится здесь. Добро пожаловать на шоу отбивания. Это твой финал, ты тут вылетел заранее. Это твоя лебединая песня. Здесь шоу-бизнес закончится здесь. Академика Королева, я голый с ружьем иду по району. Тебя ни Сара Коннор не спасет, ни Тимати. И не избежать тут никак проеба. Похавал, навалил на крыльце телецентра. Охранники на входе изменились в лице. Там у них кальян рэп в ушах, я им на свой шланг. Я не давай в него петь концерты. Где здесь кастинг, я спешу убивать. Сколько можно культивировать дешевый левак? Что Джима, что рапсат, отличить их как тут? Уж лучше бы тогда пусть прошел бы Ливан. Сикадр в руке, волосня на полу. Ну-ка уебывай нахуй халуй. Я отпускаю вас всех во свояси. Моей доброте тут воздайте хвалу. Шутка, какой блять доброте, я тут голоса стряпаю из ваших тел. Стиминатор, судный день, вы меня своим молчанием уважите. Дело сделано, покидаю здание через парадный. Всем насрать, что я Джимара шлепнул. Ведь он сам в этот замес пытался влезть на равных. I'll be back, сука, всем привет. Я за каждым приду из обеих сеток, чтобы вас вместе с вашим рэпом завернуть брезент. Раз и навсегда развею сомнения все тут. Не представляет даже Pictures Columbia, какую соперником сдаться стимул. Вы болеете за талантливых, именно поэтому и побеждаю стимы. Я иду за тобой, ананас, я тебе состригу коколок. Я таких, как ты, бэтл не раз, и таких, как ты, тут поволок. Я иду за тобой, ананас, побежал холодок по спине. Я таких, как ты, бэтл не раз, мой бэтл гораздо сильнее. Добро пожаловать на шоу отбивания. Это твой финал, ты тут вылетел заранее. Это твоя лебединая песня. Весь шоу-бизнес закончится здесь. Добро пожаловать на шоу отбивания. Это твой финал, ты тут вылетел заранее. Это твоя лебединая песня. Весь шоу-бизнес закончится здесь. Ну, вообще, в книге все было по-другому, конечно. В книге все было по-другому, но только не в книге мертвых. Я тебя снимаю нахуй одним дублем в стиле Бёрдман. Куда ты тут, блядь, попёрта? Это тебе не телек. Попал к ветерану в пару и дети теперь метели. Ты кто, ты без автотюна и модных студийных фишек? Чтоб понять, что ты читаешь, пусть ниже субтитры пишет. Ты тут лишний, я снова воскрешаю бэтл рэп. Я альфа-версия стиля и версии бета нет. King is back, я здесь 15 лет спустя. И как тогда мои глаза, как ленты лет, блестят. Нахуй весь новомодный флекс от ваших глянцевых мудил. Ты представляешь мужика, слыша про яйца. Бенедикту лицам нужен новый фюрер. Я готов им стать, я забронировал в финале себе топ места. Джеймар зачеркнут, я за следующим шагаю по пятам. В моей личной книге жертв все именно так.
Я все осознал, теперь только вокал. Мы же тут в конце концов не на рэп-бэтле. Судьи протащили в пятый раунд меня, мудака. Подвоха никакого в этом нет ли. Однообразный флоу, слишком грубый голос, олдскульный унылый бит, но я учел все ошибки и очень скоро смогу в себя всех душнил влюбить. Буду про лучики солнца и правила жизни петь трогательным голоском. И сразу повеет колхозной тоской, а может быть и городской. Побольше умных слов, что гуглил Джонни Бой. Тут одного нефилима мало. Протуберанец, гримуар, пентельтюр, жирандоль. Теперь море для интеллектуалов. Ход пущу автотюн, чтобы быть модней и не теряться на общем фоне. Еще гитарку погромче и виолончель. Даже лудок был бы мной доволен. В неожиданном ракурсе положив тут на драку, хер я бегу обнимать Эль Пасо. И растрогавшись судьи мне вышибал, моментально присвоят все сразу. Под эту песню тихонько заплачет ПМ, и Юрай Траун скинет Санчесу в личку. У них две полоски на стриме, поздравьте все, давайте же поможем бабки стричь им. И чтоб попасть в плейлист к вам, я теперь естественно выпрыгну из колесо. Хотя стоп, стоп, погодите, вы о чем вообще? Идите нахуй со своей попсой. 2008 я захотел выпустить сборник агро. А тысячам дай бог, думал тех, кого суппортить надо. Почти два косаря заявок, я оставил всего 16. Вот бесплатный трамплин для старта, чего ждете, ебашьте, пацы. Убери лейбл, напечатать диски, хотя мне твердили это трата денег. Я говорил, да конем ебись все, главное молодым выйти дать из тени. И че? Половина потом из них стала меня поливать говном. Они думали, я этим сборником себе заработал миллиард давно. А мы продали, добил дисков 300. Нахуй этот сборник никому не сдался, но обиженный чем-то вокруг меня. Будто драматикс устроили с бубном танцем, мол, ты обещал из нас делать звезд. Где гонорары, где девки, кокс? Ты нас использовал, пидор скользкий. Как ты можешь быть так пиздецкий, черт? Ладно, было и было, я не в обиде на парней из-за их бесед. К тому же, если сейчас изучить трек-лист, из них звездами стали почти что все. ATL вышел из группы Ацтеки, Тони Тунайт и Скетчи Стайл. Скруджи скопировал стиль Арсайда, но хуево, такое не лечится. Бестселлер, альбом продюсировал Дорну, Тимати хиты написал капелла. Честный заполк, лучший друг президента, граф Уван, звук бифгайсом тел. MC Club это Дай Файв Топ, Division Production, Кураж Бомбей. Лишь Эльбас остался какой-нибудь пальто, ни с чем, ну такой антураж тебе. Что ж, столько лет спустя я сделаю то, что ты от меня ждал. Это твои 5 минут славы, Сань, смело бери их и принимай в дар. Подпишитесь все на Эль Пасо, скиньте в комменты, я Сима. Все, теперь тебе не доебаться, все претензии теперь мимо. Внимание, черный ящик. Ничего личного, это просто бэтл, тупи пизда. Это вольерная охота, и ты тут добычу стал. Микроб пылает, словно жопа у талиба квели. Лучше снова забудь про рэп, я твой тариф обнулил. С тобой навечно не овечки, на осечке в карьере. Бэтл как ссыла, и я бошки все осечу. И намерен еще 6 раундов, как 6 голов. Ёбаный гекса-трик. Вот вам и вся интрига тут, вот вам и весь конфликт. Били здесь, били проголодался, били зол. Хули тебе надо, блять, со мной бодаться не резон. Считайте это возвращением рэп-шахида в маске. Я сожру вас всех под водку, как шашлык на майских. Неожиданный ракурс, тут меликом вместо Сима. Отпустить тебя с миром, тут было б недопустимо. Не благодари за 1000 подписчиков в инстаграм. Внимание, черный ящик, и ты сейчас в него сыграл. Эта песня про порцию твоей уязвимости. Весь твой кибернетик сесть Карина USB бы стик. Пик достигнут артист на час. Еще один бесперспективный статист зачах. И по ошибке тут, по ошибке скользкого с басотой. Но я выкину тебя за шкирку собственной персоной. Твои фэны пригорают, мол я пенсионер. Но ведь твои фэны те, у кого пениса нет. Еще сезон тебя по форсе 3. Смотри, живет твой рэп следующую осень ли. Думаю, нет, конечно, Юр, нет надежды. Ну сколько я таких вас видел, будто век живу. Ты как уху-ху гуф. Отлетаешь на раз сейчас. То, что я делаю с твоей карьерой, это летальный харассмент. Твоя очередь не сдать трек. Тут, впрочем, кнопки рестарт нет. Поэтому я буду безошибочно действовать дальше. Так что терзать всех. Твой рэп как суповой набор для пидова. Больше клише, а то не больно хитово. Челочка, автотюн, драксу и аниме. Раз и ты уже фэн-базу наскоро займел. Нахуй так жить вообще? Где тут, блядь, творчество? Когда артистов конвейер закончится. Стать как Ван Гог мне все чаще не имется. Ёбаный цирк восходящего солнца. Этот пюре хочет фейма, я ему его дам. Это будет велком, так же как он и идет, дам. Его навсегда запомнит, как слетевший вот шестом. Этот Юра хочет фейма, но отмешан не шестом. Я тебе сейчас открою секрет. Зачем я этот коктейль намешал? Не для того, чтобы свои рожи стереть, а реальным сделать твой наклеенный шрам.
Девять разных волн на одном бите. Те ингредиенты, что вы одобрите. Хоть я и не бармен, но сумел соблюсти пропорции в рецепте твоей уязвимой. Девять разных волн на одном бите. Те ингредиенты, что вы одобрите. Хоть я и не бармен, но сумел соблюсти пропорции в рецепте твоей уязвимости. Ты можешь многое про меня сказать, но правда ли это все? Да, я два десятка лет с рэпом в богатстве и в бедности, но изгой. И сам в этом во многом виноват. Порой пугаюсь, обернувшись, сколько дров я наломал. Я был неуязвим в начале, по крайней мере считал тогда. Сейчас, конечно, многое пустил через редактор, жаль, нельзя. Но все это часть долгого пути, где сотни опровергнутых уже мной догмой парадигм. Представь, что я в невидимой броне стартовал, но ее прочности пределу вы теперь. Староват с годами поизносилась в пробоинах вся и в брешах. Ошибки, ляпы, падения, урон был тут неизбежен. От надежды русского рэпа до среднего поп-певца. Из любимцев форумов того, кого следует порицать. Будучи голодным до славы, хуями крыл без разбора всех. Неудивительно, что я и комьюнити теперь порознь. Из тех, кто был тогда за меня горой, слились все. Я лишь хотел расти, но слышал спину, стима попсел. Не шел бы на компромиссы, остался в толком не признан. Попробуй 10 лет назад пробиться с нонконформизмом. Не было пабликов, тиктоков или чартов ВК. Мне приходилось лезть на радио и в чертов экран. Это сейчас МС поющий в припевах норма вещей. А раньше мне все предъявляли, мол, как можно вообще. И те удары, за которые так любят попенять мне, на моей броне остались над вечно лютыми вмятинами. Тебе предстоит только пройти там, где мой след уже. И если повезет, добро пожаловать. Ты следующий тропой не проторенный. Я шел у всех на виду. Хроники моей жизни словно список серий в YouTube, как на ладони. А что мне про тебя сказать, чтоб вынести? Мы с тобой непропорциональной уязвимости. На твоей новенькой броне не царапины. Неуязвимым быть легко в самом начале пути. Но я тебя предупреждаю заранее, не факт, что до конца удастся дойти. На твоей новенькой броне не царапины. Неуязвимым быть легко в самом начале пути. Но я тебя предупреждаю заранее, не факт, что до конца удастся дойти. А что мне про тебя сказать, чтоб вынести? Про тебя сказать, чтоб вынести. Мы с тобой не пропорциональны. А что мне про тебя сказать, чтоб вынести? Про тебя сказать, чтоб вынести. Мы с тобой непропорциональны. Уязвимость со мной. Уязвимость. Доброе утро, 17-й психоневрологический. Сегодня 22 мая, пятница, Международный день биологического разнообразия. Важное объявление. В 18.00 в кинозале состоится показ художественного фильма «Неидеальный мужчина» и встреча с исполнителем главной роли. Пациент Егор Булаткин. Не забудьте спуститься в кинозал в 18.00. Напоминаем, что сегодня пациент с идеальным поведением получит в качестве поощрения кроссовки от администрации. Это Steam! Да! Седьмой раунд! Пятый официальный! Дед, да ты заебал, это 17-й независим. Да пошел ты нахуй! Салют, салаги, вы в 17-й дурке. Здесь самый стрессоустойчивый считается хрупким. Тут проходит регулярно некий медицинский форум. Тайно мафиозный, с планами делится в котором. Кто следующий на выписку? Пора вычислить, у меня есть на примете пара личностей. Они столько лет уже стоят на месте. Будто бы давным-давно поразил параличик всех. Например, Витек, охереть хитер. На старости лет взыгралась уверенность в нем. Он объявил уборные свои территории. Так что мы к нему в палату ссать теперь идем. Говори, что музыкант, классик своей эпохи. А мы узнали, что он так, полурэп, полублокер. Таких симптомов в книгах не было близко в мире. Он отрицает, но у него во рту привкус меди. А этот тип уже достал тут санитара всех. Верещит все время, словно на петарду сел. В кожаной маске, под которой скрыто гей-лицо. Он сообщает это всем раз ежедневно 500. А тут Егор, он из другой дурки съебался стул. Порой такие видит глюки, 18+. Его посещают призраки, серьезно, в медкарте. У него в графе диагноз острый гострайтинг. Санечек, вот любимец всех местных врачей. Он не добряк, его тут держит интересно. Зачем? Весь прямо мягкий такой, как кушетка кровать. У него даже расстройство душевное, блять. Мы все тут пропагандируем спокойствие яро. Нервный тут только один, и то после водяры. Хотя притча в языцах старая и прозаична. Санитары, пидорасы! Сори, вторая личность. У всех мания величия. Тут каждый идеален и считает себя чемпионом в нашем мундиале. Лучше места не найдете, хоть днем лампой светите. Внимание, Витя Классик, к вам посетитель. Там на хую весело птицы поют. Ня-ня-ня. Вечный июнь, всегда покой и уют. Я повстречал там много клёвых ребят, но все они говорят, что...
что ждут там только тебя. Там на хую весело птицы поют. Вечный июнь, всегда покой и уют. Я повстречал там много клёвых ребят, но все они говорят, что ждут там только тебя. Внимание! Пациент Роман Воронин. У администрации остались ваши кроссовки, неношенные. Перед выпиской заберите их в кабинете Александра Игоревича. Виктор, ваше посещение окончено. Немедленно возвращайтесь в свою палату. Осторожно, не поскользнитесь. Мы оба начали в прошлом веке. Но время выяснит, кто тут классик. Все наше творчество сплошь флешбеки. Только твое это не красит. Седина в бороду без в ребру, но твои треки звучат все по-детски, бро. Так что я под шумок, тебе багажник на Невском, с целью добыть себе адренохром. Ведь ты тут идеальный пациент для того, чтобы твое имя вписали в пиццагейт. Хуй тебе надо, я стиминатор, тебя мои песни растили. Так-то ты, бля, вслед мне и Стиви Вандер. Хуй классно, тебя мне неси гигантом, бой. Это территория моя, ведь не зря же в рэпе давно праву тон не говорил. Ведь царян, ты не убил царя, Окси сдал трек, тебе это снится, бля. Ты вылетел еще во время пятого раунда, так что твое пребывание здесь фикция. Нам с тобой твоим по 33, ну будь мои, а не твои треки, подлился в детстве. Таким как ты хип-хоп игра вряд ли поблажки дает. В надежде провернуть очередной отважный маневр. Ты предпочел стул, на котором были пики карьеры. Но, к сожалению, хуй оказался даже на нем. Внимание, внимание, важное объявление. В связи со сложившейся ситуацией в стране, больница закрывается на неопределенный срок. Просим всех срочно обратиться в администрацию. Повторяю. В связи со сложившейся ситуацией в стране, больница закрывается на неопределенный срок. Просим всех срочно обратиться в администрацию. В одной идеальной стране есть идеальный город, идеальный мэр, в котором денег выделяет горы. Там на идеальной улице, в идеальной больнице, идеальный пациент идеально расположился. Ему не нужны ни бинты, ни марли, ни кровь на посев, ни рентген, ни катет. Тут и следить не надо, все он принимал ли. И менять не надо ни пакет, ни катетер. Он не требует палату получше, он не требует врача, добре. В его теле ни один аппарат не нарушен. Не нужно процедуры назначать скорее, ни люмбальных функций, ни эндоскопий. Ему даже не надо обновлять белье, не надо первое отрицательное. Несколько пинты и донора, что ее постоянно льет. Он не задает вопросы медсестрам, не просит внимания во время обхода. Для конфликтов он просто не создан, в книге жалоб не оставит мнения плохого. Молча лежит и никому не мешает, любуй собирать, если нужно орган. Идеальный пациент в идеальной державе, но только потому, что мертвый.